принципе, так пытается нашить. Смотри, какие красные биты Винстрайки, но все-таки должны поставить. Прострел! Отбокса, скаут работает, 3 в 3. Сколько, 10 секунд до конца, попытка подобрать бомбу и поставить ее? Нет, Федак этого не даст сделать. Падает бондик, вот и первые проблемы для команды Винса. Самый ответственный момент, заметил Плечика, есть минус бомба. Какой хедшот по Элиану! Да, это на самом деле оставляет позицию за позиции Б, но это легкий фарм для МДС. Да, справляется без каких-либо проблем. Два фрага. Лена. Так, врыв от Лолипопа забирает первого. Минус второй от Спидака. Вместе ребята врываются. Единым фронтом работает Элиан. Не смог выстоять на лестнице. Сбривает его вниз. Это четвертый раунд для команды Немига. Но здесь, конечно, вне позиции был. Но Джей, его не прочекали. Он хоть убитый, но двоих должен забирать в такой ситуации. Троих, Сладко. Ай-яй-яй. Это там взрывается с другой стороны Спидак и Лолипоп. Так что все хорошо. Главное, что он на себя развернул. Будет убивание, хотя Хобби с этим не согласен. Спидака забивают, но Джио разменивается на Крисине. Выход от Джио, минус Лаки. Бондик все еще с калашом стоит на месте, но он битый. 19.30 с макетом, пытается дефузить. Нет, это фейк. Выбегает МДС, в итоге забирает одного по хобби. Это была информация. Тоз без патронов. Там пытался что-то кого-то убить, перезаряжался. В итоге был пойман. Китоза с маками. Да, вот так поворот. Казалось бы, форсированная закусочка. Нет. Пистолеты, а Спидак ситуацию исправляет. Два минус USP тактиков. Бондик 40%. Тег против снайпера. Ну, кстати, Бондик такое должен тащить. Но без дефуза нельзя выходить Бондику, да. Он понимает, что противнику нужно дать притронуться к этой бомбе. В итоге Спидак заканчивается. Патроны! За плентом. Ай-яй-яй, как же он был близок. Элен забирает еще и бокса. Джио последний против троих в спине. Первый, второй. А вот это уже интересно. Итак, сколько? 35 секунд до конца. 1 на 1 против Элена. Так, Элен спускается. Джио как это слышит, на самом деле. Действует Джио. Да, тут можно выйти сейчас в спину противнику. Действительно, у нее это получается. Элен пока что за смоком его увидел. Нет, нет. Или нет? Нет? Но он четко понимает, где тот должен находиться. Привет. Он мог зарезать. Просто шикарно. Он идеально переиграл только. Да? Ну и, собственно, третья агрессия, падает Спидак, Лаки справляется, а вот дальше... Ой-ой-ой. Есть размена Джио, падает еще и Хоббит, неужели и третьего заберут? Так, вот тут все оказались в один момент, в итоге... Так, в итоге и будет, наверное, контрагрессия сейчас от Немига на рампу. Там с бутылкой встретили одного, бондика отлетает. Хоббит играет на размене. Лолипоп как же врывается через верх, круто, Спидаком. Кризен Хоббит падает, Лаки играет на размен. Давайте без звука. Это должно быть красиво. Красиво. Лаки MVP раунда. Потому что он спас тиммейта. Вот у него два фрага, но насколько они важны. Ну ладно, последняя там уже рабочая ситуация 5 на 1. Тоф помогает своему тиммейту под флешку играть на карман. Тут хае залетели, картошка горячая. Прочитана. Сумеет. Но в целом, конечно, он как первый выходящий. Важный момент, выход Джио. Все-таки не получается убрать Кризену его. И получает хедшот еще и Элиан. Последний Лаки ненадолго. Лолипоп. Интересно, тут не будет понимания о нахождении Лаки. А тут все же, если даже Кризен умрет, должен. Лаки тоже нужно отходить и не идти на соперника. Есть же время! Да ладно, МДС! Выход на А. Продолжается много смоков, много флешек. И слепой Хоббит погибает. Бокс идет дальше вместе с Джио. Лолипоп подогревает все это интересным хедшотом на Кризен. МДС, а тут как бы от Спидака не отлететь. Еще нельзя открываться ни в коем случае. Или вместе это нужно делать. Спидак! Минус один и второго пока что не пытается. Вот Бондик дальше идти и правильно делать, то, что Спидак уже хорош с АВП. Не раз он это показывал. Пытается найти себе, да, АВП, а теперь калаш. 3 секунды, Лаки отошел, да. Все-таки придется отыгрываться на Мираже, а ведь... Хотя, подожди, ладно, давай не забегать вперед. Спидак погибает, Лолипоп на размене, 16-7. Сверхуверенная победа белорусского коллектива на карте команды Винстрайк. Я приятно удивлен. Метил, Марки тоже должен подключаться. Элиану сейчас не сладко, там еще и Спидак подрезает Лаки. При выходе Хоббит последний. Хедшот и на кассовом аппарате. А как поставили только что? Там же был в Зиге игрок только что. Лаки, наверное, отвлекался каким-то образом и не пропустил бомбу. Она была на Фнатик поставлена, понял. Элиан промахивается, его отпускает. 8 хп было у него, и Бондик тоже там такой же красный остался. Позиция, легчайшие минусы для Лолипопа. И последний Лаки, по нему была информация с двух сторон тут уже. Можно быстро выйти на А, даже вот использовать 4 в 2 большинство на этой позиции. Хоббит коннектор забирает одного, они смотрят туда же. Пытается зайти на КТ сейчас, два игрока атаки. Лаки должен ворваться. Флешка залетела! Причем от кого это там дело держит под контролем? Абик промахивается, но Лолипоп играет на размене против... Окей, дефьюз китов нет. Надо торопиться. Лолипоп. Попытка проверить, Элиан. Элиан, судя по всему, не заметил соперника на зиге. Там проходит от бокса. Вышел первый, забрал Хоббита. И... Спиной может еще выйти сюда. Нет, забирает противника. Но, с другой стороны, еще тебе нужно со многим поработать. Трезок, ну ладно. Сейчас мы посмотрим выход на точку. А у Хоббита огромные проблемы. Заканчивается уже Лолипоп.
Дальше идет на голову и ставит ее Кризену в раунде. Так, молота в руке Элиан. Забирает МДС, а Джио тоже от него же падает. 2 на 3. Спидак вместе с боксом. Попытка убить Кризена. Крах. Спидак не попал здесь. И бокс, ну, тут если одного заберет, уже будет хорошо. Так, есть информация по первому. Кризен, привет. Так, а вот как это будет? Сейчас он найдет снайпера, он просто найдет снайпера. Он видит первого, он видит второго, забирает, как разыгрывает бокс эту ситуацию. Они находят выход от бокса, нужно сейчас брать в свои руки эту ситуацию, но нет. Туда идет Винстрайк с бомбой на коннекторе, Джио закрывает лаки, также падает Кризен, только один размен от бондика. Он с ковров пока что не может выйти, помогает Элиан, да нет, тут спину как-то предательски не залетает, наконец-то спидак справляется. Он пока что на мусорном там останется, ой, там Джио еще помогает, минус хоббит, бомба не будет поставлена, нет поддержки, на самом деле никто не прикрывал, да и... А вот и Кризен. Заказывали получить, находит в коннекторе под смачок бокса, это хорошо, Джио в блайнде. Ну, тут все зависит от Лолипопа, вот если он сможет убить, нет. Тут была какая-то флешка, видимо, от Хоббита, да, еще после нее забирает спидака Кризен. Ну, она КТ, и уже после нее продолжается активное действие. Но тут Лолипоп минус бомба, потеряна была только что самая важная позиция. Это выход в флешку просто в лицо. Еще и застрял в текстуре. Команда Миток, да, команда Винстрайк без проблем разобралась. 16-10, 16-5. Сейчас к мести близка. Немига, Лолипоп, спрей на двоих. Лаки Кризен не досчитали себя в этом раунде. Еще по третьему там залетает бомба. В итоге потеряна. По одному дайте эйс этому господину, пожалуйста. И залетает пятерка. Лолипоп. Пациент Бонди Кризен соты. Ну что, смогут ли парни сотворить это чудо? С потом Кризен. С Брэдли Джио. Не досмотрел. Проверил. Да, тут в итоге не посмотрел. И это размен от МДС. Бондик падает. Последним 16-6. И все же... Немига сегодня слишком хороша. Я удивлен, я буду это постоянно повторять, потому что я ждал Винстрайк, я думал, что они выступят однозначно сильнее, чем они показали. Если не выиграют, конечно, 2-0, то будет борьба. И Немига подходила в ранге команды догоняющей. Но получилось так, что наоборот, совсем Винстрайк ничего не проявили сегодня. И им стоит пожелать только удачи, собраться морально, потому что все-то игроки сильные, на самом деле. Но сегодня не было команды.